Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Black Mesa Source. Мы находимся вот в этой рубке. Ой, блин, извините, я нажал случайно кнопку, у меня мышка чувствительная. Задача у нас прежняя, нам нужно избавиться от этой громозеки, которая находится под ракетным двигателем в испытательной комнате. Но при этом нам нужно запитать эту комнату с помощью топлива, с помощью кислорода. И так как топливо мы подали в предыдущей серии, я двинулся сюда, но в результате оказалось, что нужно тут еще кислорода, похоже, найти. А где он, я даже не представляю, честно говоря. Ну, видимо, там еще ниже был этаж. Видимо, нам нужно сейчас двигаться туда. Учитывая, что у нас мало жизни, это будет достаточно нетривиальной задачей, потому что долбят они просто по-черному. Так, ну и что, пойдем выдвигаться? Ох, как я недоволен всем этим. Что печально, то что вот эти вот всякие гранаты и все прочее, которые должны их отпугивать, оно не работает. То есть вот полетело к нему гнездо. Оп, хорошо, сработало, сработало, в первый раз, в первый раз сработало. Блин, зачем я с этой стороны побежал? Так, хорошо. Ой, блин, какой кошмар. Так, ну вот отсюда я пришел, тут, по-моему, больше ничего нет. А вот тут на этаж ниже, там, возможно, что-то и есть. Туда тоже попасть нужно. Отсюда, я смотрю, не особо вариант, да? Можно отсюда спрыгнуть. А здесь вот я не уверен, перепрыгну я, нет вообще. Так, давай-ка на секунду проверим, что у нас тут вообще. Топливо-то мы дали, но их еще смешивать как-то надо, что ли? Короче говоря, обе трубы вроде нормально функционируют, функциклируют, как говорится. Да, все тут у нас рейди. Здесь нам делать больше нечего. Хорошо, давайте выдвигаться и тогда спрыгивать вниз, что ли, потому что других путей я не вижу. Так, спасибо. Ах, не падай. Вот так вот. Больше дверей никаких нет. Нет, к сожалению. Да блин, отбил. Тебе в бейсбол идти. Хорошо. Так, мне нужно допрыгнуть, похоже, на ту сторону. Потому что туда вниз падать не особо охота. Так, взялись и побежали. Отлично. Когда жить захочешь и не так извернешься, да? Спокойно. Вы сейчас меньше из моих проблем. Так, это питание, как раз туда мы идем, хорошо. И это может быть... Здание. Хотел сказать, может быть опасно, но нет. Нормально. Мы вообще неплохо справляемся последние пару серий. И такого кошмара, как до этого с солдатами, у нас тут нет. Но тут и, в принципе, опасности особых нет. Здесь больше окружение пытается нас убить, чем, собственно, какие-то враги. Но несмотря на то, что хард, мы живы. И это прекрасно. Так, ладно, да не бузи ты там, ну. Ты посмотри, какие тут масштабы. Эти коридоры просто... Как паутина настоящая. Отлично. Вообще интересный прицел на этом дробовике. Он одновременно как и коллиматорный, но при этом и нет. Какой-то странный. Это спас-12, по-моему. Ну, конечно, не один в один, потому что иначе правообладатели кусаться начнут. Но очень похож на него дробовик. Блин, они одновременно отвратительные, да, но при этом какие-то миленькие такие. Давайте познакомимся. Вам подарок. Вискас. Ты живой еще, что ли? Всю стену забрызгало. Так, ну я думаю, это все-таки им больше понравится, если там еще кто остался.
Неприятное такое пробуждение, да? Ребятушки. Ну уж извините. Выбора у нас особо нет. Отлично. Хоть что-то в этих ящиках полезно бывает иногда. Ой, какая гадость. Но что-то во всем этом есть. Да не чавкай ты такая. А, это... Офигеть. Сволочь ты такая. Не заметила, как ей в задницу прилетела, по попе ударила. Так, ну опять радиация. Точно у нас скоро, как новогодняя елка, будет Гордон Фриман светиться. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Очередная гермодверь. Здесь кто-то отстреливался. Но... долго у него не получилось сопротивляться этой собаке, или как она называется. Так, больше ничего, хорошо. Офигеть. Не хочу ничего знать даже. Что ты пыришься на меня? Так. Твою мать! Уйдите от меня! Просто скотство. Так, давайте продумаем план действий на случай такого бардака. Это же офигеть, ну... Что мне делать-то? Давайте, твари. По одной. Хард есть хард. Временами игра показывает зубы. Лови, подружка. Ох. Блин, обожаю эту игру. Вернее, этот ремейк даже. Именно из-за физики это все просто дико доставляет. Из-за фирменной Half-Life-ской физики. Как у тебя тут все выцвело. Фу, пакость. Просто паника была, когда в первый раз они появились. Достали меня врасплох. Так, только давай мне не надо. Сейчас еще окунешь в эту лужицу. Так, хорошо. Твою мать! Давай, ну, давай. Я так и знал. Так и знал. Ну, вон туда нужно было. Блин, я не успел уже все. Замечательно просто. Я так подумал, что этот лифт сейчас рухнет. Блин, игра, ты начинаешь меня убивать просто. Мне, похоже, нужно маленько потарзанить, что ли. Да хватай ты, ну. Так, давайте пониже опустимся. Там наверняка внизу что-то есть.
Только дождемся, пока эта дура рухнет, потому что еще меня пришибет сейчас как-нибудь. Ну. Или там ты уже под моим весом, что ли, падаешь? Ладно. Ай, ай, не падай ты, ну. Ох, Гордон Фриман. Гордон. А ты что без костюма тут делаешь, придурок? I hope no one expects me to go start up the generator. Smithers went down there. Смитерс туда пошел. Back. Так и не вернулся. А тебя не волнует, что тут у нас просто счетчик Гейгера зашкаливает просто. Ну, что ж тут делаешь-то? Дело твое. Что-то слышу за углом. Так, ну хорошо. Так. А, ну ладно, я испугался, что сейчас что-то пойдет не по плану. Ну, я не знаю, для чего он вообще предназначен, такая огромная комната. Но хорошо, пойдемте. Да, блин. Здесь, я так понимаю, мы как раз это питание и получим, да, которое нам нужно для запуска ракеты. Пауа. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ничего не буду говорить. Это просто капец. Опасность. Высокое напряжение. Что, глаза не светочувствительные, что ли? Я тебе прям в глаза свечу. Ну, вообще в каком-нибудь другом спектре вид. Твою дивизию. Ну что ж такое? Опять с ног до головы. Так. Ох, она ему ноги отожрала. Хорошо, что это мне дало. У меня такое ощущение, что здесь не хватает какой-то важной детали, но вот это вот наверху, в принципе, подошло бы, да? Нужно ее опустить как-то. Да, блин! О, среди этого обилия проводов я просто не вижу ее. Эти барнаклы меня точно захарчат рано или поздно. Так, хорошо. This is my hiding spot, and I'm not moving until the situation is. Да ладно, ладно, прячься тут, я не собираюсь. Ухожу, все, уже ухожу, никому не скажу, что ты тут. Мне только кнопочку нужно нажать. Замечательно. Вот наше драгоценное питание, да? Все? Ready? Отлично. Ну что ж, это было не очень просто. Пришлось нам настрадаться, но мы это сделали. Осталось вернуться назад. Да что ж с вами не так-то все время? И, собственно, постараться запустить ракетный двигатель уже. Открывайте, пожалуйста. Не прислоняться написано. Так, пролезем мы тут, нет? Очевидно, нет. Тихо, тихо, тихо. Без нервов. Ворты. Да, блин.
Так, а может мне все-таки туда дальше? Не хочу сюда обратно идти, пожалуй. Да, с вортами сразу, как они появляются, с вортигонами, проблемы сразу возникают. Как я и говорил, много они сшибают своей этой хренью. Сами недолго живут, но и успевают откусить. Надеюсь, там наш дружок в порядке. Стоит вроде курилка. Но я тебе точно говорю, ты при такой близости вот к этой вот лужице... Да, я восстановил электричество. Да, сейчас движок заработает. Но я тебе говорю, вот при таком соседстве ты через полчасика начнешь облизать. Ну ты, в принципе, так лысый уже. Ну ты понял меня, короче говоря. Я ухожу. Как хорошо, что у меня защитный костюм. Ну его тоже, конечно, дезактивировать потом придется. Офигеешь. После всего такого. Так, ладно, вернулись. Сейчас спущусь, и опять полезет всякая хрень, наверное, да? Да вроде нет. Сколько же тут дряни, всякой гадости, это обалдеть. Так, ну хорошо, сейчас нам предстоит просто адский какой-то подъем. И я думаю... Это будет занимательно. Сколько раз мы умрем, я затрудняюсь сказать, но явно не один и не два раза, потому что, несмотря на то, что она должна, эта тварь не реагирует на... Так, а что это мы? Мы не висим ли случаем? Не реагирует, короче, на гранаты. Да, мы подвисли, похоже, да? Так, и продолжаем. Игра у нас тут маленько покрашилась. Но все-таки это любительский проект, несмотря на то, что создавался при полной поддержке Valve. Ну, не с самого начала, конечно, но... То есть, когда Valve, похоже, увидели, что из всего этого получается, они подключились и начали всячески помогать в разработке, что вообще очень сильно помогло проекту. Но, тем не менее, шероховатость, вот такие маленькие всякие проблемки остаются. Ну и как у любого свежего, свежевышедшего проекта. Всякие баги вот эти вот. От них никуда не денешься. Так, ладно. Блин. Сложно тут допрыгнуть, конечно. Ох, так. Да что ж такое, блин, офигеешь. Блин, музыка такая приятная играла. Если вам кажется, что это легко, вы наверняка будете сами играть. И попробуйте просто. Вот это место, оно многим запомнилось тем, что тут хрен запрыгнешь. Некоторые даже с ноуклипом это место проходили. Ну, ладно. Я понял. Оказывается, тут можно прижаться к стене, что ли? Отлично. Но это нам серьезно облегчило задачу. Так, и что мы делаем? Короче, как я и говорил... Блин. Ну вот тебе вниз прям ушло. Совершенно никак тебя не испугало. Да, блин. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Куда-нибудь. Не останавливайся, касатик, пошел, пошел. Ай, 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 блин, не застревай. Фу, ну и что, у нас все похоже? Ты как, готов к труду и обороне? Сейчас будет жарко. Вообще, по идее, надо бы как-то окна закрыть, потому что нас самих сейчас... Офигеть. Гори-гори. Ни одного беспокоит, что вот это вот окно нас бы не защитило. Да. Если кровь течет, значит можно убить, ты прав. Так, ну и что это нам дает в итоге? Как минимум это дает нам чувство глубокого морального удовлетворения. Потому что эта тварь меня уже, честно говоря...
Понятно. Эта тварь меня, честно говоря, заколебала уже просто. Вообще, вот весь как-то этот вот промежуток игры, он какой-то достаточно сильно забагованный такой. То есть несколько раз игра вылетела между сериями, во время серии. Как-то торопились, что ли. Не знаю. Так, ну давайте посмотрим, откуда она там лезла. Другого пути у нас, похоже, все равно нет, потому что все упирается в эту станцию испытания ракетных двигателей. Отсюда через вентиляционный лаз. Ну просто высота какая, да? Так, тихонько. Подожди, не надо туда опускаться пока. Что-то мне не очень охота этого. Жареная тварь. Неплохо так тебе. Ну, человека заодно. Но я думаю, он уже мертв был давно. Если нет, то... Не посещать во время запуска. Ну, естественно, это было бы достаточно печально. Так, давайте разбираться-то, куда мы плывем. Опять радиация. Да что ж такое? И это вообще какие-то технические помещения, где нам, по идее, быть вообще не нужно. Так, ну похоже, нам только туда, да? Других путей я, честно говоря, не вижу. Ох. Ой, блин, да что ж у меня мышка такая чувствительная. Хорошая мышка. Без нареканий, то есть Razer Abyssus, но... Временами... Я на нее слишком руку сильно прислоняю к ней. Офигеть. Это я в не то место, где я хочу находиться. Вот так. Я не уверен, что нам сюда. По-моему, все-таки в ту сторону. Но вниз я точно падать не хочу. Это я вам сразу могу сказать. Так, сюда. Что дальше? Офигеть, это говно радиоактивное. Так, а может мне сюда спрыгнуть теперь? И что мне это даст? А если я туда пойду? То есть, если я спрыгну, мне придется потом отсюда, сюда, сюда и по новой сюда пройти. Ну ладно, в принципе, оно того стоит, там лечилки. Давайте. Вроде никого. Ох, прям зашкаливает, а. Хорошо. По полной, похоже. Нет, не по полной. Ну, почти. Отлично. Супер. Так, что дальше? Радиационная опасность. Ну, тут даже кэпом не надо быть. Так, хорошо, давайте по-новому проделаем этот путь. Так, это что, куда? О, в таком месте работает, да? За вредность там, наверное, все те несколько часов доплачивают, пока ты жив. А потом умираешь. Так, хорошо. У меня вообще есть ощущение, что это какой-то аварийный слив. То есть, когда вот это все говно потекло, он заработал, и сейчас сливает все это куда-то в недра земли. Чтобы, то есть, не всплыло.
водопад. Ну да, он резервуар какой-то наполняется, да? Кто тут работал? Местечко такое для работы. Что это я делаю? Есть ощущение, что я все делаю правильно. Ну да, похоже. Так, хорошо. Блин, да хоть я без тебя понимаю, что тут радиация. Давай чуть-чуть сюда. Ох, какое неприятное место, блин, я хочу выбраться отсюда. Блин, насколько круто это все сделано на новом движке. Просто слов нет. Я не знаю, я обожаю это, наверное. Блин, это... Если не игра года уж, то... Как минимум, какая-нибудь модификация года. Хотя Days был еще в этом году тоже. Достаточно революционная вещь. То есть придумали новый жанр они, но, блин... Я просто не знаю. Не будем устраивать холиваров, не будем сталкивать их лбами, короче. И то хорошие вещи. И то в этом году было. Замечательно. Да откуда ты взялся тут, а? Ну вот откуда просто? Как обычно. Блин, летает уже. Давай, прыгай. Шо? О, блин, вот только вас не хватало, мать вашу за ногу. Смотри, как смяло. В лепешку просто. Сколько она весит-то? Тон 20, наверное. Это из алюминия сделано. Короче говоря, у нас скоро будут по-новому военные. Судя по всему. Потому что это их прибамбасы. Не могу сказать, что мне эта штука сильно нужна. Но пригодится, наверное. Так, ладно. Так, подожди. Сохраняемся и пошли. Вашу мать! Ты ко мне сюда не сможешь пройти, я надеюсь. Офигеть. Валим, валим. Валим. Это же что за хрень такая? Да ты успокойся, все нормально. С ума сойти. По крайней мере, ему не нравятся военные. В этом мы с ним солидарны. Блин, да уйди ты уже, у тебя дома нет, что ли? Огнеметчик. Блин, нужно, чтобы он ушел. И после этого... А что мне нужно-то вообще? В эту дверь, может? Так, ну давай уже, продуйся. Стрелять, я так понимаю, смысла особого нет. Хрен бы там, отлично. Так, ну тогда, я даже не знаю. Пусть уйдет, пока мы тут осмотримся помаленьку, может я еще что упустил. В целом, нам явно неспроста дали эти мины, да? Возможно, они на него подействуют, но я сомневаюсь, честно говоря. Такого чисто, если из танка валить.
Так, ну пробегу я туда. Да, блин, ну что ж ты? Куда мне идти-то, если я выбегу? Нужно подождать, чтобы он отошел. И тогда мы... Блин, ну что ж ты? И тогда мы сможем что-то решить со всем этим. Вот идеальное место в Half-Life 2. Все, сидим в домике. Никого не трогаем нафиг. А так, по сути, вроде он шел. Я не знаю, так можно долго тусовать. Давай, давай, давай. Куда, куда, куда? А, давай, 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 давай. А, давай. Твою мать. Со всех сторон, да вы издеваетесь, что ли? Это я попал. Это я попал. О, так. Хорошо, по крайней мере, у нас есть чем в отмах пойти, короче говоря. Допустим. Спокойно. You don't know how close you were to getting one between the eyes. Да, ты меня чуть не подстрелил. Listen, mister, if you can get the power on, that train down there will take us to the surface. То есть, если... myself, but it's a long way down to the generator room. And there's... things in the way. То есть, ты хочешь сказать, если я запущу электричество, то я смогу на этом мотовозе уехать туда, куда мне нужно? Понятно. Короче говоря, полезный совет, похоже, да? Так, ну и что, давайте на этом, наверное, прекратим эту серию. Мы в ней разобрались с одной здоровенной хренью и повстречали другую, еще более опасную, похоже. Я, честно говоря, вообще не представляю, что с ней сделать. Ну, просто посмотрите на эту дуру. Ты не пробьешь стекло? Короче говоря, увидимся в следующей серии, там будем включать генератор, где-то он тут. А потом, собственно, постараемся как-то либо избавиться от нее, либо убежать. Но как бы там ни было, это будет в следующей серии, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.